Всем привет! Дмитрий Шепелев потерял работу на ТНТ. Недолго продолжалась карьера Шепелева на новом месте. Из-за низких рейтингов продюсеры закрыли его детское шоу «Ты как я». Ведущий пробовался и в другом подобном проекте, но и там он потерял фиаско. Дмитрий Шепелев старательно демонстрирует в социальных сетях, что в его жизни все складывается наилучшим образом. Однако на деле ведущий терпит одно профессиональное поражение за другим. Как стало известно, шоу «Ты как я», которым так гордился шоумен и везде писал о нем, больше не выходит в эфир. Из-за низких рейтингов программу не стали продлевать на второй сезон. На эту передачу «Ты как я» ведущий возлагал большие надежды, а также признавался, что еще никогда так комфортно не чувствовал себя в кадре. Кроме того, о такой работе, в отличие от желтых, так сказать, ток-шоу, Шепелеву не стыдно было рассказать своему сыну Платону. В гостях у Дмитрия успели побывать многие звезды. Правда, выпуски с некоторыми из них, например, Ксенией Бородиной, так и не увидят свет. Было в его адрес и много критики, как и от подписчиков, которые требовали убрать его из эфира, так и от коллег. «Это чудовищно», — говорила Татьяна Лазарева. «Я такое телешоу не только вести, а даже смотреть не хочу с Дмитрием. И думаю, зрителям оно тоже не интересно». С вами был канал Гарик Талисман ТВ. До новых встреч. Пока-пока. We'll be right back.